Всем привет! И сегодня я нахожусь в месте, которое нужно обязательно посетить в Санкт-Петербурге. Это парк с фонтанами в Петергофе. Это очень-очень-очень красивый и удивительный парк. Ну, что я рассказываю, давайте смотреть! Когда входишь в парк, ты оказываешься на таком горке, на такой горке, холме, в общем, на склоне, на котором стоит дворец. Ну а с этого дворца открывается очень-очень-очень красивый вид. Кстати, в сам дворец можно тоже зайти, в него отдельные экскурсии, но отдельный билет придется приобрести. Вот. Но также здесь можно прогуляться вдоль него и посмотреть на красивый вид, который открывается вот отсюда. Можно прогуляться по верху, а можно прогуляться по низу, то есть под вот этой вот горой, под вот этим холмом, потому что здесь тоже очень-очень красиво, здесь вообще везде самые-самые, можно так сказать, красивые места в Петербурге, именно с фонтанами, которые, вот. А сейчас мы подойдем к главному фонтану Петергофа, это Самсону, раскрывающему пасть льву. И оттуда, который фонтан. В общем, самый-самый главный фонтан. И это самое такое красивое, самое пафосное место Петергофа. И вот как раз-таки сзади меня вот этот фонтан Самсон, который является самым таким главным символом петергофских фонтанов. И здесь вокруг него обычно самое-самое-самое людное место, потому что все-все-все хотят сюда прийти и посмотреть вот этого Самсона, потому что это такой главный символ. Ну а прямо сзади Самсона находится самый большой, самый красивый каскад водопадов, по которому стекает вода. Это вот как раз-таки большой каскад, который находится рядом с дворцом. Ну а здесь рядом находится также небольшой такой фонтан-аттракцион, в общем, собачка, которая гоняется за утками по кругу, и задача попасть с монеткой. Ну, есть же примета то, что монетку надо кинуть, чтобы прийти сюда еще раз в воду, чтобы монетка. Так вот, задача здесь, чтобы монетка попала на утку и осталась лежать на ней, тогда как бы желание сбудется, и вернешься еще раз сюда, и, в общем, все будет хорошо. Thank you.
И здесь всегда пытаются попасть на утку монеткой, но много-много кто промахивается, поэтому там вот на дне много монет все время лежит, а на утках особо не очень много. Парк, кстати, сделан в очень таком классическом виде, то есть очень много симметрии, правильные дорожки, вокруг дорожек такие деревья, то есть не лес, а парк ни в коем случае, а такой классический парк. Ну а основная его фишка была, потому что он-то строился еще, на зачатки его были при Петре, начинали сделаться, и в общем основной его фишкой было то, что раньше в то время в других парках, в Версале там или еще где-то, фонтаны включались буквально там на 2 часа, когда гости какие-то приезжали, а потом их выключали, потому что это было очень сложно и очень дорого качать воду. А когда гости приезжали сюда, в Петергоф, то их император либо императрица водила по парку, и, значит, они приезжали сюда, к примеру, днем, нагуляли по парку, фонтаны работали. Потом начинается вечер, фонтаны работают. Ночь, фонтаны работают. И всех это удивляло, то, что а когда фонтаны выключаются? Им говорили, то, что а фонтаны могут и вообще не выключаться, потому что здесь сделано так, то, что это в основном природный такой вот, из-за того, что склоны есть, из-за того, что вода сама течет под давлением, по собственной тяжести, под силой тяжести, то фонтаны тогда работали практически самостоятельно. Но ближе к концу видео я расскажу, откуда вообще берется вода в фонтанах и откуда они текут. Кстати, сразу уточню то, что парк очень-очень-очень большой, и чтобы пройти его полностью, посмотреть все фонтаны, понадобится не один час. Так что это мероприятие такое на целый день, если смотреть все-все-все-все-все. А смотреть здесь надо, ну, практически все, потому что каждый фонтан по-своему уникален, и здесь вообще очень красивые такие места, и каждое место чуть-чуть по-разному сделано, и везде очень-очень-очень красиво. Так что, если планируете посетить, то это не на час-полтора, это на весь день прогулка. Ну а так как здесь всегда много-много туристов, и все фотографируют, все удивляются, стоят в таком изумлении, когда смотрят и наблюдают за фонтанами, как вода течет, как вообще такой красивый парк, глядя на всю эту красоту. Поэтому здесь везде висят таблички, то что будьте осторожны, когда засматриваетесь либо фотографируете фонтаны. Ну, я скажу еще раз то, что в парке очень-очень-очень много разных фонтанов. И это не тот парк, где просто много фонтанов, и ты можешь посмотреть там 2-3, ну, 5 фонтанов и понять, ну, окей, я все посмотрел. В принципе, здесь ничего нового больше я не увижу. Нет, здесь каждый фонтан – это отдельная, скажем так, история. Это отдельная красота, это не просто водичка, которая бьет вверх. Это действительно какое-то произведение искусства, и каждый фонтан абсолютно разный, поэтому лучше всего посмотреть абсолютно все фонтаны. Кстати, здесь, в парке, живут белки, так что можно их встретить на деревьях, а в небольших таких ларечках, или как их назвать, в общем, таких магазинчиках, продается специальный корм, чтобы покормить белок с рук, потому что они подбегают и едят с рук.
Ну а вот еще один каскад. Помимо основного каскада рядом с Самсоном, в парке есть еще несколько вот таких вот каскадов, таких водопадиков с водой, которые давайте сейчас и посмотрим. Вот один из них. Вот там, кстати, наверху Посейдон с трезубцем. Вот. А это еще один каскад, шахматный. У него поверхность напоминает шахматную доску. И наверху стоят три дракончика, из которых идет, которые являются фонтаном, из которых идет вода. Кстати, в парке не только находится фонтан, в парке есть много-много очень мест. Есть такие фонтанные места, где именно фонтаны. Есть вот такие вот тропинки с лабиринтами и всякими уютными закуточками, со скамеечками, чтобы посидеть и поговорить. Вот с живой изгородью. Есть просто уютные тропинки, дорожки именно по такому парку. Ближе, скажем так, к лесопарку, но хотя все равно он остается таким более классическим. Есть различные дворцы и дачи императоров, царей, которые тоже можно посмотреть. Есть выход к Финскому заливу, потому что вода из фонтанов, которая стекает, потом в итоге вытекает в Финский залив. Есть места для детей, где они могут побегать, побрызгаться. Есть так называемые фонтаны шутихи, которые резко включаются и резко выключаются. И твоя задача пробежать под ними, либо как-то пройти так, чтобы тебя не намочило. В общем, есть всякие-всякие разные развлечения. И здесь каждый сможет найти место, которое ему больше нравится, которое ему по душе. В общем, равнодушным не оставить никого. И каждый на свой вкус, на свой цвет, на свой лад может найти ту часть парка, которая ему больше всего понравится. Ну и понятное дело то, что лучше выбирать для похода сюда солнечный, теплый день и желательно безветренный день, потому что, чтобы на фотографиях вот так вот прическу не сдувало, ну и вообще было покомфортнее ходить. А вот в той вот части парка, судя по всему, фестиваль светло. Что-то вроде смотровой площадки здесь тоже есть. Парк с фонтанами состоит из двух частей. Это верхний и нижний парк. Нижний парк – это вот где мы сейчас гуляем. А верхний парк, он бесплатный и находится при самом-самом входе в нижний парк с фонтанами. Он не такой большой, хотя там тоже есть несколько таких больших фонтанных комплексов. Но сейчас он находится на реконструкции, его полностью перекопали, будут полностью реставрировать, полностью ремонтировать. Ну а от Самсона течет главный-главный канал, по которому основной водосброс идет в Финский залив, и который как бы разделяет парк с фонтанами на две части, хотя по факту это не так, потому что есть куча-куча-куча мостиков. Итак, вот этот вот канал. Вон, с другой стороны, вот там вдали это
дворец, большой каскад и Самсон, и от него течет канал дальше в Финский залив. И вон там еще мостики, которые тоже соединяют две части парка с фонтанами через этот канал. Ну а если пройти вдоль этого канала до самого Финского залива, то там будет причал, на котором есть различные кафешки. Ну, кафешки, в принципе, есть и на территории парка, небольшие, чуть побольше, так что перекусить всегда можно, где найти место, в общем. Но этот причал интересен тем, то, что с него ходит метеор прямо в центр города, Санкт-Петербург, прямо в центр. Вот, и на нем можно либо сюда, либо туда доехать по воде. Там минут 40 примерно он идет, или 30, в общем, не так долго. Намного быстрее получится, чем, к примеру, на общественном транспорте, чем или на машине даже, по земле, потому что он сразу напрямую идет по воде до центра Петербурга. Вон там, кстати, какой-то метеор, один из, сейчас приезжает, вот он там парковаться сейчас будет, выгружать посетителей, которые приехали из города. Кстати, мне кажется, сейчас прям отличное время, чтобы поставить лайк этому видео, а также вы можете написать комментарий, а если не подписаны, то и подписаться на мой канал, потому что это будет очень хорошо для продвижения моего канала, а также, если вы подпишетесь, то не будете пропускать мои новые интересные видео. Так что спасибо за ваши лайки и комментарии, ну а мы продолжаем. Кстати, по парку ходят люди, которые одеты как Екатерина II, либо Петр I, либо еще кто-то из императоров, либо императриц, либо из царей, и ненавязчиво так предлагают сфотографироваться. Так вот, лучше не фотографироваться, потому что это платно и достаточно дорого платно. Ну, конечно, если очень хочется, то можно, но лучше не соглашаться, потому что они сначала фотографируются, а только потом говорят то, что это платно. Кстати, был у меня один случай, когда на Невском проспекте, на Дворцовой площади, вот я иду с камерой, потому что я там снимал очередное мое видео, и ко мне подходят вот такие же люди, которые так вот наряжены и говорят то, что из каких вы дальних краев приехали? Я говорю, из Петергофа. У них сразу такая улыбка спала, они такие, а, понятно, и начинают уходить. Сразу, видимо, поняли то, что я не их клиент. Так что можно говорить, что вы из какого-то пригорода Санкт-Петербурга, не знаю, говорите из Гатчины, я из Петергофа, я из Ломоносова, я из там Сестрорецка, и к вам больше не будут приставать с такими вопросами. Ну или еще один способ для тех, кто любит пошутить, это как только к вам предлагают вот так вот с вами сфотографироваться, сразу же предупреждать то, что с вами фотография будет платной, и тогда они тоже не будут больше к вам приставать. Кстати, помимо обычных маленьких электрокаров, которые здесь ездят по парку, есть еще вот такой вот голубой поезд с голубыми вагонами, который катает посетителей, также рассказывает им экскурсию во время этой поездки, но едет он в соседний парк, парк Александрия, который тоже красивый, он без фонтанов, он немножечко другой, но он тоже очень красивый, и вот из парка с фонтанами можно поехать в следующий парк Александрию на вот таком вот поезде. Вообще, очень многие фонтаны, очень многие каскады и очень многие статуи здесь символизируют победы Российской империи или российских различных правителей, военно-морские победы, сухопутные, в общем, разные вехи в истории России. Ну а статуи или какие-то скульптуры часто относятся не только к истории России, а к мифам Древней Греции либо Древнего Рима. И изображают какие-то сцены либо персонажи из мифов.
А вот здесь вот дорожка мокрая и в лужах, но не потому, что здесь прошел дождь, а потому что здесь стоит специальный фонтан, который включается в определенное время и забрызгивает всех-всех-всех, кто идет по вот этой дорожке. Конечно, об этом предупреждают. Здесь стоит такая табличка с расписанием, когда это все включается. Но, в общем, это такой в основном детский аттракцион, где они здесь бегают и веселятся, потому что по бокам здесь стоят такие маленькие фонтанчики, которые забрызгивают всю-всю-всю дорогу с двух сторон. Здесь вот тоже очередной такой фонтан интересный. В общем, фонтан идет, а потом в определенный момент отключается. И задача пробежать так, чтобы тебя не намочило, либо по минимуму намочило. Но весь секрет этого фонтана, то, что вот здесь вот за кустами, вот этой зеленой будочке, сидит дяденька и видит, когда дети, либо кто-то хочет пройти, и включает, либо отключает фонтан в нужный момент. Так что вот таких штук здесь есть определенное количество, и если хочется как-то так адреналина получить, то можно вот там вот пробежать, либо как-нибудь вот так вот позабавиться. Вообще это было еще давным-давно, когда приходили царские какие-то гости, либо послы, то их вели в этот сад и предлагали сесть на скамеечку, и внезапно включался фонтан, и в итоге все становились мокрые, либо предлагалось сесть на скамеечку, но никак было, потому что из-за фонтана. В общем, вот таких вот, скажем так, шуток от царей и императоров было достаточно в этом парке. Так что в парке есть очень много красивых, уютных и интересных мест. И посетить это место, парк с фонтанами, я бы очень-очень-очень рекомендовал. Ну а сейчас пойдем посмотрим, откуда течет вода в фонтан. То есть откуда фонтаны, парк с фонтанами берет воду и откуда она течет. Так что будет тоже интересно. Поехали дальше. Но откуда в фонтанах берется вода? На самом деле здесь целая система водная, потому что фонтаны еще были построены и работали, когда еще не было таких мощных насосов, то есть при Петре, то есть под течением воды, то есть под, ну то есть вода сама должна была дотекать под собственной тяжестью, то есть с более высокого места в более низкое место, как раз таки поэтому фонтаны находятся там. А вот с другой стороны, получается, там, где высоты, вот оттуда течет вода. Ну и сейчас мы посмотрим, что это за система, и как она выглядит, и как она идет. Вот здесь, вот там, вот через дорогу, уже виден вход в главный вход в парк с фонтанами, верхний парк. Вход, он сейчас в строительных лесах, потому что верхний парк сейчас на ремонте, на реконструкции. Вот, то есть мы в самом начале вот этой вот системы,
и вот она уходит вот туда, далеко-далеко-далеко-далеко, вот такой вот канал. И когда этот, в этом канале иногда бывает спущена вода, то можно увидеть такие большие трубы, которые идут, по которым течет вода в парк с фонтанами. И вот идет вот этот вот канал, вот там вот мостик, на котором мы только что были. Вообще через этот канал очень много пешеходных мостиков. Вот. А с другой стороны начинается Ольгин пруд, на котором стоят различные павильоны, тоже красивые на островах. Вот. И потом из этого Ольгиного пруда пойдет второй такой же канал, и они пойдут рядом, параллельно друг другу. Вот. А пока мы едем дальше, туда вот по вот этой вот солнечной дорожке, вдоль этого канала. Ну а вот то самое место, где в Ольгин пруд впадает второй канал, потому что вот Ольгин пруд, вот первый канал, у которого, вдоль которого мы шли, у которого мы были. И вот дальше, вот здесь вот начинает течь два канала параллельно друг другу. И вот я сейчас пойду по вот этой вот дорожке, которая идет между двух этих каналов. Вот все дальше и дальше и дальше, чтобы посмотреть, откуда же все-таки действительно течет вода в парк с фонтанами. А перейдя железную дорогу, можно заметить то, что вот по вот этой дорожке начинает быть очень-очень-очень много пешеходов, много кто там ходит, потому что дальше там начинаются пруды, в которых все любят купаться. И вот мы сейчас пойдем дальше как раз-таки туда посмотреть, что это там за такие пруды. И, кстати, здесь уже видно то, что есть вот эти вот трубы, по которым должна течь вода. И вот первое место, где два этих канала втекают и вытекают в один из прудов, то есть пруд как промежуточный такой пункт у воды. И вот первый канал, он просто втекает и вытекает, а у второго, ну или наоборот, у первого, здесь есть такая небольшая такая запруда, такой небольшой шлюз. Вот, и здесь, в принципе, тоже уже можно купаться вот там вот. Вон, вот там вот этот вот небольшой прудик, там, где был шлюз. А вот здесь вот начинается такая действительно большая система прудов, то есть большие водоемы, большие пруды, из которых течет вода дальше по вот этим каналам в сам парк. На самом деле здесь очень-очень-очень много прудов и различных водоемов, но каналы продолжают свое дело. То есть вот первый течет, здесь уже вода поспокойней, потому что потом она впадает в большой пруд. Вот, и вот там вот второй, вот он, течет с другой стороны, чуть пониже, но все равно вот они два сохраняют свою траекторию, параллельно идут друг к другу туда дальше. Но вот здесь вот на этой плотине каналы соединяются, ну точнее разъединяются, но просто так как мы идем против течения воды, то для нас они соединяются. Вот получается большой вот этот вот канал, который с плотиной, а вот здесь вот получается начинается новый канал, который пойдет вторым, который в Ольгин пруд потом пойдет. Вот он здесь вот аккуратненько начинается, а вообще все дальше пойдет одним каналом, вот таким вот большим, правда, он потом будет становиться все меньше, 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 но вот после вот этой плотины идет один канал. И вот здесь вот канал становится меньше, вот там вот такая маленькая речушка начинает быть, вот, и дальше она туда течет, ну, точнее, оттуда она течет, вот туда. Вот это, конечно, не единственный ручеек, не единственная такая вот речка, или как ее назвать, которая впадает вот там дальше, ниже которой пруды есть. Но все-таки вот этот вот считается, как можно считать, основным таким, который питает фонтаны Петергофа. Итак, вот этот канал продолжает течь, вот он туда дальше пойдет, пойдет, пойдет. А здесь на его пути есть еще одно. Вот здесь вот я на шлюзе как бы стою. Вот. Вот, то есть я стою на шлюзе, и вот здесь вот еще одно озеро,
через которое проходит вот эта вот вода, которая идет к фонтанам Петергофа. Вот. А вот там вот на горе можно заметить Бельведер. Это такой вот небольшой дворец, в котором, когда к царям приезжали какие-то гости, очень высокопоставленные, либо из-за границы, то вот они приезжали сюда, чтобы вот здесь вот обсудить все их дела. Плюс это можно было использовать как дачу, потому что здесь много всяких водоемов, куда можно было и по парку прогуляться, и там вдоль воды. И вот так. Вообще, это не последнее озеро, которое встречается на пути вот этих вот каналов. Это не последний пункт, но просто дальше туда можно еще долго идти, 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 идти. И вот самое такое туристическое, самое интересное место, наверное, вот здесь вот и заканчивается. То есть можно пойти вот туда, будет потом посмотреть Бельведер. И вот здесь уже дальше, наверное, идти не имеет смысла. Ну и спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь на ваш лайк и комментарий. А также, чтобы не пропустить новые интересные видео, можно подписаться на мой канал. Всем спасибо и до новых встреч. Встретимся в новых видео.